Всем привет! Сегодня у нас очень интересная распаковка. Это колонка от известной фирмы Tronsmart, которая делает наушники, колонки и другие электроприборы. Славится очень своими изделиями. И вот очередная колонка. Колонка Bang SE. Потому что есть Bang Mini и просто Bang. Вот. Значит, смотрим, что у нас на коробочке есть. Сам внешний вид колонки. Вот это очень важно. SP. Это специальная у них система звука. Улучшение звука. И здесь некоторые моменты тоже отмечены на коробке. Значит, что из важного? 24 часа воспроизведения. И IPX6 водонепроницаемость. То есть это брызги. Type-C зарядка. Свечение вот этих динамиков, такое, как цветомузыка. И можно сделать пару с еще одной колонкой. То есть купить две и запитать как стереопара будет вообще очень интересно. Давайте посмотрим визуально, как это все выглядит. Так, смотрим на упаковку. Все надежно. Сама колонка в пенопластовых бачках таких. Так, и тут еще у нас пакетик. Сейчас посмотрим, что там. Вот съемный ремешок, чтобы можно было носить на плече. Два кабеля. Type-C с USB и AUX. Так, здесь у нас мануалочка. Если нужно почитать дополнительно какие характеристики и как управляется. И гарантийный талон. Вот с такой карточкой. В общем, все отлично, все хорошо. Давайте смотреть на саму колонку. Она довольно тяжелая, около 1,5 килограмм весит. Значит, что мы здесь видим? Логотип Tronsmart. Тут Tronsmart, кнопки. Так, резиновые подставочки. Выход 5 вольт, вход 5 вольт 2 ампера. Выход 5 вольт 1 ампер. То есть, теоретически он может служить еще и пауэрбанком. Вот у нас так красиво закрыты все выходы. Reset, сброс настроек. USB, вход AUX и для карты TFT. То есть, естественно, можно подключить карточку и слушать музыку не по Bluetooth, а через карточку. Здесь у нас вот такие штучки для ремешка и кнопки управления. Давайте включим, посмотрим. Вот уже красиво. Так, вот эта кнопка SP, улучшение звука. Басы улучшаются, вообще качество улучшается звука, специальных технологий я очень рекомендую использовать. Цвета, как видите, меняются. Я думаю, их можно отключить. Вот видите, можно отключить, если не хотите. И, наверное, есть еще какие-то режимы. Вот видите, несколько режимов можно подобрать. Это пара, я так понимаю. Вот оно ищет пару. Вот так вот оно выглядит. Очень-очень симпатично. Очень красиво. Устойчиво стоит. Увесистая. Уверен, звук будет тоже потрясающий. Такой, как делает Tronsmart. Всегда звук очень-очень хорош. Сейчас мы подключимся и попробуем что-то послушать. Thank you.
видите, при нажатии этой кнопки звук стоит громче, интереснее, интереснее басы. Ну, давайте еще слушайте сами. Ну что скажу, очень классный глубокий бас, красиво играет, чистенько, звук солидный, колонка очень-очень нравится, реально, ссылку оставлю под видео, заходите, смотрите, любая продукция Tronsmart заслуживает вашего внимания, очень хорошего качества и сделают продукты. И сейчас еще проверим функцию пауэрбанка. Вот, как видите, пошла зарядка, функция пауэрбанка работает. Согласно характеристикам, пауэрбанк здесь большой, по-моему, на 8000 мАч. Вот, так что играть будет действительно 24 часа. Ну, естественно, зависит, если на максимальную громкость, может и меньше. Вот, но если вы в таком среднем режиме, сутки вам проиграет. И плюс еще можно подзарядить ваш телефон. На этом все. Вот такой был обзорчик. Спасибо за внимание. Всем пока.